приветствую вас на телеканале Shop'n Show, это рубрика «Ювелирные украшения». С вами Ольга Чупрова, ваш личный ювелирный эксперт, и это распродажа. Грандиозная, лучше не бывает, самые большие скидки этой ночи специально для вас. Украшения на разный вкус для любой женщины, и что самое главное, на любой кошелек. Украшения по цене 3 девятки, например. Если вы думаете, что это будет какое-нибудь маленькое колечко, то нет, я вас обрадую. Крупное кольцо с яркой алмазной гранью называется «Греческая роза». Вы уже сейчас можете видеть сияние вот здесь, вот этой коллекции, но вы сейчас видите не только серьги, в том числе и кольцо. Здесь, конечно же, основной эффект – это разноплановая, разноуровневая алмазная грань. Мы привыкли к простой алмазной грани, элементарная геометрия, треугольники, какие-то простые рисочки здесь. Если вы присмотритесь, здесь двойная алмазная грань. Здесь есть вот один слой, да, получается, идущий, создающий форму. И дополнительно еще вот такие рисочки, создающие эффект розы. Греческая роза, может быть, французская, в любом случае роза здесь видна. Алмазная грань дает целый рисунок. Волны, волны сияния. Все это делает рисунок алмазной грани и фантазия ювелира, которая здесь проявлена в максимальном, собственно говоря, виде. И опять же хочу вам показать просто то, что кольцо, оно очень плотно садится по пальчику. Здесь небольшой есть объем, кольцо чрезвычайно удобное. Это серебро 925 пробы для тех, у кого возникают вопросы, золото это или нет. Конечно, большинство телезрителей сейчас подумают, что золото очень похоже на золото. Хотя цена, конечно, за золотые украшения, за 3 девятки просто не бывают. Здесь у нас с вами вес украшения 2,35, в золоте это было бы порядка 3 граммов, цена была бы не менее 15 тысяч рублей. А так 3 девятки – отличный вариант для первого заказа. Я буду сейчас обращаться не только к нашим постоянным телезрительницам, но обязательно к нашим новичкам. Я рекомендую делать первые покупки на примере именно таких лотов до 1000 рублей. Согласитесь, это приятный способ и провести время, и украсить себя. И, собственно говоря, вы не потратите большого количества денег, но уже протестируйте наш сервис. Поверьте мне, это стоит того, заказывать украшения на телеканале Shop'n Show. Потому что у нас украшения меняются достаточно часто. То есть вы можете преображаться в любой момент, когда хотите, при помощи наших ювелирных коллекций. И что самое главное, они незабываемые. Всегда есть какая-то оригинальность, всегда есть какая-то нотка, всегда есть какая-то исключительность. Отличаются от всех тех украшений, которые вы видите в своих ближайших ювелирных магазинах. Я вот знаю, у меня, например, моя двоюродная сестра живет в Нижнем Новгороде, достаточно большой город, но у них ближайший торговый центр есть рядом, да, где все закупаются. Там одно и то же. Она специально едет в Москву за ювелирными украшениями, меня просит с выставок что-то привозить. Если вы также любите ювелирные украшения, как и моя двоюродная сестра, но не готовы выезжать куда-то в другие города, тратить деньги на авиабилеты, на то, чтобы выезжать куда-то до больших мест, да, и приобретать ювелирные украшения там, ювелирные украшения приезжают к вам. От телеканала Shop'n Show, даже иногда с бесплатной доставкой. На 4990 заказывайте, бесплатная доставка будет от телеканала. Кольцо «Греческая роза» тем временем доступно для заказа в размерах от 17 до 22. Только 15 штучек у нас их с вами и ни одним колечком больше. Широкое кольцо достаточно для того, чтобы показать всю красоту и ваших пальчиков, и самого металла, и эффекта алмазной грани. Серьги у нас с вами с тем же названием, но немножко с другой алмазной гранью, больше, наверное, создающей даже эффект звезды. Хотя тоже, почему, может быть, греческие розы выглядят именно так. Мне здесь больше всего нравится фактурность, идея, фантазия в алмазной грани. Это же надо было так придумать, это же надо было так создать, это надо же было так вырезать эти ювелирные украшения, потому что действительно создается эффект ручной работы. Серьги «Греческая роза» доступны для заказа по цене 1499 рублей. Серебряные серьги как золотые. Согласитесь, это здорово, когда мы с вами можем преображаться каждый день. Такие украшения рекомендую вам носить в начале недели для того, чтобы заряжаться энергией и для того, чтобы нравиться себе, например, уже по понедельникам или по вторникам. У нас есть только 9 пар сережек. Почему я говорю про, скажем так, дни недели, да, естественно, можно носить такие украшения каждый день, но я предлагаю вам собрать свою недельку в этом плане, да, украшения, которые у нас появляются в эфире, вы можете подбирать на все дни недели, и на будни, и на выходные, и для особых случаев на праздники. Вот вам кажется, такие сережки больше для будничных дней или для праздничных? Мне кажется, что для будней в первую очередь, потому что они неприхотливы.
вам не нужно как-то особенно ухаживать за ними, очищать, чистить. Единственное, я не рекомендую обычно в таких украшениях спать. Ну, просто они достаточно объемные, спать будет все-таки не очень удобно. Спим мы это иногда в пусетах, сережки-пройдетки, тут все-таки более объемный дизайн. Давайте с вами посмотрим на высоту сережек. Средний вес у них 2,91 всего лишь. Слушайте, очень интересно. Видите, как объемно смотрится? Да, они грамм на 5 на 6 выглядят. Но они легенькие, да, легенькие при этом. То есть не в ущерб нашему удобству сделан такой дизайн. А около 2 сантиметров высота серьги. Ширина. Так. 12. И самое главное, это вот это мерцание. Вот оно, начинается магия, как только сережки начинают движение. А движение они начнут вместе с вами, с поворотом вашей головы. Ну вот продюсер у нас видит цветок. Я, честно говоря, вижу больше такие дюны, песок такой золотой, да, или, может быть, сияние звезды. Каждый видит свое. Что самое главное, и мужчина каждый видит свое, потому что мужчины будут смотреть, они будут обращать внимание. Каждой женщине хочется быть привлекательной в любом возрасте, вне зависимости от того, вы замужем или нет. Мы все любим комплименты, мы все любим вот такой легкий флирт, потому что он заряжает энергией нас, заряжает энергией внимания. И мы из-за этого цветем, сияем, всегда молодо и свежо выглядим. Хотите выглядеть молодо, свежо, достойно? Заказывайте серьги на телеканале Шоп-н-Шоу «Греческая роза» по цене 1499 рублей. Отличный вариант для ваших ярких будней. Ну, а теперь предложение вот как раз не для всех. Я бы сказала, что больше, скорее всего, парадно-выходное украшение, хотя, опять же, у меня и здесь есть вариации. Сначала мы с вами посмотрим на колье из коллекции «Сад любви», хотя коллекция у нас редко состоит из одного элемента, всегда есть несколько. В этой коллекции серьги и браслет. А колье по стоимости 6999 рублей, а это натуральный янтарь. Я ожидала стоимость не менее 10, а то и 15 тысяч. Это ручная работа. Сразу говорю, ручное соединение всех деталей. И, конечно, обработка каждого камня тоже требует большого внимания со стороны ювелиров. Колье называется «Сад любви». Это серебряное колье, выполненное с янтарем. Брендовое украшение, о бренде обязательно расскажу. И давайте посмотрим на детали. Мне очень нравится V-образная форма, как раз, да, у этой даже V-образная, Y-образная скорее. Вы на нашей модели сейчас увидите, как идеально украшает зону декольте это колье. «Сад любви» – такое поэтичное название, вот, да, посмотрите как раз. Под V-образный вырез будет смотреться шикарно. Даже если у вас более глубокий вырез или наоборот, у вас вырез лодочка, у вас закрытая водолазка, будет смотреться хорошо, или глубокий вырез, когда вы носите даже обычную офисную блузку. Просто вы открыли еще одну пуговку, да, и у вас получилось более глубокое декольте. Шикарно смотрится. Y-образная форма самого колье «Сад любви» создает эффект такого, знаете, галстучка, да, очень стильно. Размер колье у нас с вами 45 сантиметров плюс 3 сантиметра добор. Знаете, мне кажется, что здесь даже побольше доборчик, если честно. Добор у нас может, в принципе, даже почти 5 сантиметров быть. Сейчас продемонстрируем. Давайте, вот они у нас как раз объемные детали, завораживающий янтарь темного глубокого оттенка. Это коллекционное украшение. Да, согласна, что не для всех. Вот для тех, кто понимает толк в украшениях, сережки, они тоже очень красивые, они чуть попроще. Сережки можете каждый день носить. Сережки у нас 2999 рублей, я вам рекомендую решиться хотя бы на них. Колье, конечно, тоже. Колье должно быть у женщины. Просто если вы добираете, например, бриллиантовое колье изумрудное, там ценник 100 тысяч и больше. У нас, в принципе, колье ювелирные очень редко появляются в коллекциях, ювелирных магазинах. У нас сейчас-то тоже, в общем-то, очень ограниченная партия. 4 штучки у нас буквально. Освобождаем склад, таких цен не бывает, поверьте мне. Это редкие ювелирные украшения, специально выполненные для вас и уже оставшиеся в таком небольшом количестве. Длинная часть у нас здесь с вами составляет порядка 7 сантиметров. Подвижные. Кстати, вот на примере браслета я сейчас, пожалуй, покажу добор. На браслет у нас с вами тоже доставка будет бесплатная, даже как и на колье. Вы вот на примере браслета сейчас можете увидеть добор, видите? Ровно такой же добор, порядка 3, ну, в принципе, даже 5 сантиметров, если на последнее колечко закрывать.
будет и у колье, и у браслета. То есть вы регулировать можете размер. Вот на нашей модели как раз сейчас видно. Нет, не 3, побольше. 5 сантиметров, до 5 сантиметров будет доходить до борта. То есть регуляция размера максимальная. На нашей модели, я вам показала, например, на себе кольцо у меня просто было золотое, да, греческая роза золоченая. А на нашей модели как раз янтарное кольцо тоже сюда в коллекцию. Тоже сад любви называется? Тоже сад любви у нас? Нет. Ах, вот так вот. Колечко закончилось этой коллекции. Мы другое янтарное кольцо вам предлагаем. Как раз наша модель сейчас вам еще раз покажет. Посмотрите. Кольцо, серьги и браслет. Колье у нас по цене 6999 рублей. Номер лота для заказа 004-698-801. Скидка 2600 на длинное колье. Роскошное. Здесь все выполнено обязательно. Соединение всех деталей вручную. Только так и никак иначе. Осознайте, какая на вас будет роскошь. При этом роскошь доступная. Роскошь от нашего телеканала, специально выполненная для наших телезрительниц. День для дел, ночь для вас. Посвятите это время себе. Колье остается тем временем 2. Их было 4. Правильно делайте то, что заказываете. Кто будут те две телезрительницы, которые дозвонятся и заберут колье сад любви? Очень интересно, возможно, мне потом из колл-центра скажут. Ну, а вы помните, что у вас бесплатная доставка действует на это колье. Заказывайте браслет, сережки, о них сейчас расскажу подробнее. ₹2999. Как вы думаете, это цена просто за серебро? Нет, это цена за серебро с янтарем. Натуральным янтарем в коллекции «Сад любви». Кольцо мы тоже с вами обязательно подберем под коллекцию «Сад любви», но сейчас все внимание серьгам. Серьги по длине у нас с вами здесь не превышают 6 сантиметров. Да, 60 миллиметров ровно. Все, вся эта красота приходится на янтарь. Видите, он полупрозрачный. Здесь красивый цвет, темный коньяк. Кстати, какую тень даже красивую дают. Ну вот, как говорится, да, с какой стороны не смотри, сережки прекрасно выглядят. Ручное соединение каждой детали. Здесь глухая закрепка для янтаря. Янтарь очень хорошо смотрится в глухой закрепке, в отличие от других камней. Здесь ювелиры, собственно говоря, этим решили воспользоваться. Самая крупная вставка у нас выполнена в огранке капли, дальше более маленькие маркисы, круглая огранка. Но я вам хочу сказать, что чем меньше янтарь, тем сложнее с ним работать. Ювелиры часто упрощают себе работу, делают просто крупное кольцо в очень простой форме и, в общем-то, не заморачиваются. Но янтарь – это очень популярный материал. Сейчас очень многие компании, такие как Valentino, такие как Michael Kors, такие как Dolce Gabbana, работали в последнее время с янтарем. В Америке, в Европе он очень популярен. Китайцы вообще за ним приезжают, как говорится, тоннами забирают, скупают все, что есть. Я просто знаю, да, китайские туристы приезжают в наши ювелирные магазины и вот так вот, как саранча, сметают сразу все. Конечно, цены на янтарь растут. Но у нас они по-прежнему доступны. 2999 рублей на янтарное украшение. И здесь, конечно же, уже цена не за грамм. Да? Не за грамм украшения, здесь цена за дизайн, за качество, за красоту. Вот мне сейчас продюсер говорит, в Европе, в Праге тоже очень любят янтарь. Да, казалось бы, в Праге тоже там у них гранаты свои красивые, да, в Чехии. Но вот, тем не менее, янтарь – солнечный камень, солнечный помощник. И камень, который нас лечит. Он обладает янтарной кислотой и большим количеством йода в составе. Поэтому, если вы живете далеко от моря, йода однозначно не хватает. Это вообще проблема 90% людей у нас в России. Соответственно, для того, чтобы нам и наша щитовидная железа, и наш организм работал хорошо, нужно наносить янтарь. Это не только литотерапия говорит. Эти сведения относительно целебных свойств янтаря – это уже информация 21 века, это уже исследование 21 века. Янтарная кислота – это натуральный у нас с вами камень. Вот она, помимо всего прочего, еще и красота. Три пары серег остается, мы с вами двигаемся дальше. Одно единственное колье осталось из этой самой коллекции. Сад любви, редкая коллекция для вас. Финал в нашем трио. Браслет «Сад любви». Бесплатная доставка действует на этот браслет, так же, кстати, как и, например, на колье из коллекции «Сад любви».
004-699-049, номер лота для заказа, браслетом «Сад любви», скидка 2200. Размер у нас 17 плюс, ну, заявлено 3 сантиметра, но по факту, по-моему, плюс 5 сантиметров. Вы можете, ну, 4,5 вы можете, на 4,5 сантиметра вы можете увеличить размер этого браслета. А у нас уже 2 браслета ушло до начала презентации, 4 осталось. 4. Я вам обещала колечко сказать, как называется. Кольцо называется «Талисман», тоже с янтарем. 1499 рублей. В этом часе это кольцо не представлено, но в наличии есть. Можете дозаказывать даже не только то, что представлено в эфире, просто те украшения, которые в эфире, на них сейчас максимальная скидка. 4999 рублей браслет «Сад любви». Это полновесное украшение, вес полностью около 9,5 граммов. И здесь большая часть в весе будет, конечно, серебро, потому что янтарь сам достаточно легкий материал. 004-699-049, браслет «Сад любви», серебро 925 пробы, золочение и натуральный янтарь. Кстати, кольцо, которое у меня здесь, это греческая роза, мне кажется, они сюда тоже очень хорошо поются и смотрятся. Если еще сережки не выбрали, заберите вместе, колье осталось одно единственное. Вот она вся коллекция. Вот так вот, да, будет видно? Во, вот так вот прекрасно. Шикарно смотрится все вместе. Вы как раз можете увидеть размер янтаря центрального, около 15 миллиметров. Это крупный кабошон. И далее, если мы с вами переворачиваем сам браслет, вот он добор. Давайте вот так вот покажу. Вот он добор. Причем, да, вот она эксклюзивность, потому что это брендовое ювелирное украшение. Вы когда получите, увидите, что за бренд. Такие украшения делаются месяцами. Мы специально подбираем не только лучших поставщиков янтаря, которые делают дизайн свой, редкий, художники, чтобы работали, потому что просто украшения, ну, скажем так, да, женщинам, конечно, нужны украшения, но нужно что-то индивидуальное. Если вам надоел простой классический янтарь, отдайте предпочтение янтарю люксовому. Это тот случай, когда янтарь смотрится не просто, не провинциально, а наоборот очень статусно, стильно. Если кто-то из вас когда-то в таких украшениях окажется, например, в Европе или даже в Азии, да, где-то в поездке, в туристической поездке, на вас будут смотреть, как будто бы вы носите бриллианты. Янтарь, один вот такой янтарь в Европе может стоить порядка 5000 и более, только один камушек, а здесь целая россыпь. О, 2 браслетика остается тем временем. Видите, как говорится, медленно, но верно все заканчивается. Посмотрите, подвижность какая здесь, да? Очень хорошо ложится сам браслет. Я не люблю жесткие браслеты, я люблю, чтобы они садились идеально. Он подстроится под любую ручку за счет еще и размера. Худенькая или стройненькая, или широкая, наоборот, рука, широкая кость. Этот браслет подстраивается. А возможно, вы хотите в какой-то день его поплотнее надеть, в какой-то день посвободнее. С этим браслетом никаких проблем за счет добора. Янтарь, серебро, коллекция «Сад любви», эксклюзивный премиальный янтарь с бесплатной доставкой. О-о-о! Вот это дизайнерская находка! Ох, я вас сейчас буду удивлять. Как раз я могу сказать, что вот такой дизайн я первый раз увидела, знаете, где? Когда работала на проекте в Гонконге. Как раз была на выставке около одного из стендов, где были вот такие украшения. Там все сбегались смотреть, что за технология, как такое возможно. Плавающие кристаллы, и они не просто плавающие в воздухе, они действительно плавающие в жидкости. Здесь уникальная технология, серебро 925 пробы с фианитами и с такой стеклянной вставкой, в которой дополнительно плавают кристаллы. Если я сейчас буду переворачивать это кольцо, видите, они там плавают. Они плавают, они двигаются, соответственно, дают вам блеск. Вот у нашего продюсера сразу ассоциация с Новым годом и с новогодним шаром. Знаете, да, возможно, отчасти. Сейчас, конечно, возникнут вопросы, как это так? Стекло в ювелирном украшении. Во-первых, стекло давно используется. Часто используются не фианиты, а стеклянные кристаллы. Здесь у нас с вами, кстати, фианит. Есть очень много высокотехнологичных стекол, ювелирных стекол, особенных таких крепких, они не бьющиеся, да, которые используются в ювелирных украшениях.
да, пытаюсь показать вам еще раз, как они плавают, как они перетекают. За счет чего у нас с вами создается такой эффект? Во-первых, много кристаллов. Визуально они смотрятся более крупными за счет жидкости внутри. И плюс, когда они вот так вот перетекают, плавают, они всеми гранями показываются. Потому что вот, например, грани фианитов, они здесь просто, да, вот показана верхняя площадка, верхняя грань короны. То есть из 57 граней приблизительно 30 граней сверху. А здесь-то вы можете видеть все 57 с любой стороны. Так, надо примерять. Я понимаю, что надо примерять. Очень интересный дизайн. Это вот находка. 11 колец. И еще половинчатые размеры есть. Освобождаем склад. Половиночки есть. Вот, посмотрите, как раз очень видно сейчас, да, вот этот вот новогодний шарик. Новогодний, рождественский. Смотрите, какое сияние. Да, это завораживает, конечно. И вот как они плавают. Как они там плавают, мерцают. Смотрите, вот они двигаются. Это все происходит на ваших глазах, это прямой эфир. Кольцо, с которым захочется играться. Дети вообще от таких колец не отходят, когда они у мамы надеты, я просто знаю. Я знаю, как реагирует, опять же, молодое поколение. И не только дети, я серьезно вам говорю, у нас на выставке в Гонконге, где были презентованы эти украшения, презентована такая технология, люди стояли около стендов часами, спрашивая, что это, как это сделано. Очень много европейцев как раз такой дизайн любят, да, очень любят такие украшения заказывать, в Италии обожают. У нас остается только 7 колец в размерах до 20-го, цена 1499 рублей, кольцо, французский бал, серебро 925-й пробы в белом цвете, который никогда не потемнеет. Коллекция, целая коллекция, которая называется «Французский бал». Знаете, по-моему, в таком украшении не только на французский бал, но можно и на венский бал, и на американский, на нью-йоркский, можно на первый бал. О, на Каннский кинофестиваль недавно был. Фурор произведете. А можно на первый бал обязательно, да, можно на новогодний. В общем, на любой бал собираетесь, произведете фурор и яркое впечатление. Бесплатная доставка у нас действует на полный гарнитур «Французский бал». Номер лота для заказа «Серег» 003-827-851. Ну, а, собственно говоря, если мы с вами говорим о кольце, наши операторы помогут вам сделать заказ на него, если вы заказываете все комплектом. Бесплатная доставка будет действовать на эту коллекцию. Скидка 2500 только сейчас на эти серебряные серьги. Здесь, конечно, вот я опять же хочу отметить, что вот такую технологию сделать очень сложно. Сами вот эти шарики с кристаллами, они сами очень дорогие. Их ограниченное количество компаний производит, не то что в России, в мире. Это технология инновационная. Крепкое стекло внутри с жидкостью, и там у нас плавают, действительно плавают, не в переносном смысле, а в прямом смысле плавают вот такие кристаллы, видите? Вот они медленно двигаются, как переливается зато, да, сразу украшение, сразу переливается этот шарик новогодний. И вот так вот вы сережечку будете носить. Вы потанцевали, вы подвигались, у вас там кристаллики поплавали, да, и сразу море блеска. А здесь, кстати, очень серьга интересная с точки зрения замка. Сочетание английского замка и итальянского замка Омега. На нашей модели можете смотреть, как он действует, да, тоже очень хорошо садится сама серьга, идеально. У нас модель в этом плане такой очень хороший пример, потому что у нее ушко сложное. Ксюша, извини, раскрываю твои секреты, ну вот что делать, да, надо все-таки, чтобы наши телезрительницы понимали, что для тебя сережки найти непросто. Я уверена, что у многих наших телезрительниц такая же бывает проблема. Либо растянутый прокол, либо, ну, то есть вкус очень какой-то такой, да, в этом плане капризный. У нас Ксения выбирает особенно ювелирное украшение, она не любит просто так что-то очень, ну, обычное, да. В общем-то, мы все, кто работает на телеканале Shop & Show, уже собираем свою коллекцию. Вот посмотрите, да, сочетание английского замка и замка Омега. Для чего это сделано? Если центральная часть объемная, сережки сваливаются, если замок простой и легкий. То есть они немножко, баланс нарушен. Здесь за счет дополнительного утолщения, дополнительной детали, в итоге сережка будет смотреться очень хорошо, она не будет нарушать как раз баланс. И опять же, вот они, эти плавающие кристаллы. Вот оно, это сияние, тут со всех сторон буквально видно. Они плавают, они двигаются, они поражают.
И, казалось бы, кристаллы-то внутри бесцветные, но они играют и синим, и зеленым, и каким-то таким флуоресцентным даже оттенком. Потому что обычные камни вы видите только половину границ 57, а здесь вы видите все 57 в каждом из кристаллов. 5 пар сережечек остается. 4 кольца остается. Дозаказывайте, заказывайте до бесплатной доставки эти украшения, которых точно не будет ни у кого. Любимый символ, символ удачи. А мне с десяток можно на подарки? 99 рублей за серебряную подкову, подвеска подкова на удачу. Вот она точно удача. Удача, которую вы сейчас поймали за хвост. 99 рублей за серебряную подкову. Так, надо точно с десяточек взять, у нас 95 всего предложений, то есть представляете. Всем знакомым, друзьям, которым давно хотели сделать подарки, раздариваем. Раздариваем эту прекрасную подкову. 003-145-247, подвеска, подкова на удачу, просто берите, не думая. Вот сразу, 95 у нас их в наличии. О, у нас в колл-центре, у нас уже ажиотаж огромный. Я вас прекрасно понимаю. Мне сейчас, знаете, хочется выйти из кадра и просто пойти звонить. 99 рублей, мама моя дорогая, серебряная подкова. Символ удачи здесь есть. Ну да, по стоимости по пакету молока. Слушайте, даже масло сливочное дороже, мне кажется, сейчас стоит. Сейчас уже начинаем прикидывать. А мы освобождаем склад для вас, милые мои. Вы не спите, и вот вам подарки. Подвеска, подкова на удачу. Серебряное, золочение. Здесь хороший размерчик, 15 мм на 8 мм. То есть такое базовое украшение. Под цепочки наши, да, тоже, которые сегодня по цене 3 девятки есть. Заказывайте, уточните у наших операторов, что вы можете приобрести в комплект к этой подвеске. А знаете, такую подвеску можно носить не только на цепочке Сингапур, да, например, но и на браслете. Вот я вам предлагаю, если вы как раз консервативная личность, да, то на цепочке хорошо. Если вы дарите молодому поколению, ну, любят они подвески шармики, да, любят они такие подвески со значением, со смыслом. А подарите, чтобы на браслете носили. На удачу. Всем и всегда нужна удача. Пускай будет дополнительный талисман. У меня, кстати, например, есть один знакомый, который очень успешный человек в бизнесе. Так вот, у него в его салоне красоты стоит и китайский божок на удачу, и какие-то там статуэтки по фэн-шуй, и подковы, и вообще все-все-все символы удачи со всего мира. Так у него все очень хорошо с бизнесом. Вы знаете, возможно, это как раз хороший такой помощник, вот такие символы. Верьте, удача обязательно придет. 50 у нас уже подвесок закончилось. 50 разлетело, 45 осталось. А самый большой заказ у нас сейчас был как раз 8 подвесочек. Вот прекрасно, на всю семью заказали. Так, много операторов сейчас еще свободны. Дозванивайтесь, подвеска, подкова на удачу. 99 рублей. К новичкам обращаюсь. Вот таких цен мы, те, кто давно работаем с телеканалом Shop & Show, или те, кто давно нас смотрит, не встречали. Две цепочки по цене одной, а 999 рублей. Цепочка Сингапур. 004-660-759. Две цепочки по цене одной, одна серебряная в золочении, вторая серебряная в радировании. То есть вы, приобретая одну цепочку, получаете две в двух разных цветах. У нас осталось 105 комплектов на складе, которые мы освобождаем. Освобождаем сейчас самое такое интересное время. Кто у нас самый постоянный телезритель, самый упорный? Смотрели нас днем, смотрели нас и ночью, правильно делаете. А у нас тут скидочки еще дополнительные вам. Вот, какую бы из цепочек вы не выбрали, такую же, только в такой же длине, только в другом цвете, вы получите в подарок. Я вам показываю сияние белой и красной цепочки, потому что они в каскаде очень красиво смотрятся. Вот это мерцание, вот это прелесть. Если хотите сюда повесить кулончик, пожалуйста, как говорится, у вас есть вся свобода действий. Например, нашу подкову, подвеску на удачу за 990, прошу прощения, подвеска, подкова на удачу за 99 рублей. Это сейчас не шутка, это специальная акция у нас. А подковки еще остались. Цепочка Сингапур, две по цене одной, каждая вам обойдется в 400, получается, в 450 рублей, да, буквально, нет, 499 рублей, радиусы поправьте меня, 490,
400, ну да, менее 500 рублей, в общем, за цепочку. Плохо у меня уже с арифметикой, ну что делать, потому что я просто шокирована. Зато хорошо с ювелирными украшениями. И с ценами сегодня на них для вас. Итак, 004-660-759, цена распродажи на серебряную цепочку. Средний вес, продюсер, подскажите мне, какой там у цепочки? Ну, по моим ощущениям, где-то грамм от 2 до 4, я так думаю. Приблизительно. Информация уточняется. Размеры есть от 35 до 70 сантиметров. Одну приобретайте, вторую в другом цвете получаете в подарок. 40 у нас цепочек уже улетела. И наш подкова. Подкова за 99 рублей на нашей модели. Подсказываю, они еще есть. Ах, вот, да, я так и считала, что как раз где-то около 2 граммов получается в средний вес цепочки, да, у нас получается 4 грамма в комплекте. Грандиозное совершенно предложение, очень выигрышное. Посмотрите, как сияет на нашей модели. Блеск, красивое плетение, фантазийный Сингапур. И две по цене одной. Мы продолжаем наш хит-парад блеска, хит-парад цен, шоковых цен. И это шок приятный. Если в вашей жизни обычно стресс, то мы вам предлагаем порадоваться, обрадоваться цене, обрадоваться возможности и обязательно возможностями пользоваться. 1499 рублей цена на кольцо блаженства. Блаженство, потому что здесь аметисты. Аметисты, фианиты и черная шпинель. Про то, что такое, что за шпинель, что за камешек, вам обязательно расскажу. Пока что любуемся сочетанием и считаем свою скидку. 1500 ваша скидка сегодня в честь освобождения нашего склада. Для того, чтобы создать новые коллекции, для того, чтобы у вас появились новые образы, нужно склад периодически освобождать. Но тут, как говорится, остатки сладкие. Самые сладкие, самые вкусные цены для тех, кто не спит, для тех, кто посвящает время себе. Хороший способ потратить время вечером, да, время на себя обязательно. Посмотрите, здесь сияние, сочетание сияния нежных аметистов, которых здесь раз, два, три, четыре, пять аметистов, два фианита и россыпь черной шпинели. Цена распродажи 1499 рублей. А я задумалась, засмотрелась, а, как говорится, на распродаже не расслабишься. Вам же нужно постоянно рассказывать о том, как сделать свои звонки. Звонки бесплатные. Звоните с мобильного, с рабочего. Ну, сейчас тоже сейчас на работе ночью. Хотя, может быть, Дальний Восток уже на работе. Ну, у кого-то ночная смена бывает. Да, кстати, как скоротать время на ночной смене? Тоже можно наш телеканал смотреть. Вахты у кого-то. Так что тоже вот полезное время проводите. Или, может быть, мужчина, к вам обращаюсь, ваш любимый спит, а вы делаете подарок. Секретик вот такой вот, да? У меня кольцо блаженства. Очень красиво. Очень красиво и со смыслом, мне кажется, действительно здесь есть. А папа у меня так недавно маме делал подарок, заказал ей все. Она такая довольная, счастливая, радостная. 005-035-097, номер лота для заказа. Почему я так вам настойчиво напоминаю номер лота? У нас кольца с аметистами есть разные. Те, которые в распродаже сейчас, в ночной эфир попали, вот именно с таким номером лота. С таким номером лота, чтобы не было путаницы. Говорите то, что вижу в эфире, или называйте номер лота, или называйте название. Наши операторы помогут вам тогда сделать заказ. Итак, черная шпинель, да, о которой мы сегодня говорили в дополнение к аметистам. Здесь у нас с вами синтезированная версия натурального камня. Но шпинель вообще уникальный совершенно камень. Здесь он маскируется, буквально маскируется под черный бриллиант. Очень хороший аналог черного бриллианта. Фианит – это прекрасный аналог белого бриллианта. Но аметисты у нас ни под кого здесь не маскируются. Как говорится, они родные, любимые, натуральные аметисты в нежно-лавандовом оттенке. Не цвет фиалки. Ну, лавандовые поля напоминают. У меня тут подруга недавно была на цветении лаванды во Франции, присылала фотографии. Ну, как говорится, не всем такое счастье выпадает, только на фотографиях любуемся. А вот я хочу сказать, что на такие украшения мы можем любоваться не только на экране, а именно вживую, в руки их взять и носить. И тогда уже ваши подруги будут любоваться на вас в таких ювелирных украшениях. 7 колец улетело, осталось 10. По всей стране у нас сейчас тут заказы. Владивосток, вы большие молодцы. Как интересно, как раз у кого уже утро раннее. Собственно говоря, вы хорошо заказываете, вы молодцы.
У кого-то утро, у кого-то ночь. В любом случае, это ваше время. Это время вас и нашей ночной распродажи. Серьги блаженства. Натуральные аметисты. Классическая форма, которая обыграна вот таким соединением из камней. У нас с вами форма слегка вытянутая. Это пример базовых сережек. Но опять же, если базовые сережки обычно у нас бывают в такой простой форме, да, просто квадратик или просто прямоугольничек, то здесь немножко какой-то восточный такой нюанс, восточный мотив, мне кажется, проглядывается. Размер не превышает 16 мм, что и говорить, да, о повседневности, в первую очередь, таких украшений. Я украшения делю на базовые, повседневные и акцентные. Акцентные украшения могут быть за счет цвета или за счет размера. Базовые украшения, в первую очередь, это размер, конечно же, естественно. Соответственно, если они у нас не превышают по размеру мочку уха, тогда мы можем их носить каждый день, не совершенно переживая, что носушки устанут. Если вы любительница комфорта, то вы здесь найдете не только комфорт, но и красоту. Красота за счет того, что есть занижение штифта 4 мм и декор вашей мочки. Красота то, что дополнительно усиленный замок. Да, это не только комфорт, это еще и красота. Проба клеймо завода-изготовителя на обороте. Также вот они, натуральные аметисты. Аметистов натуральных 6. 6 и 5 в кольце, итого 11. Хорошее число, хорошая композиция, хорошая цена. 1499 рублей цена на кольцо и 1999 рублей цена за серьги. Итого чуть больше, сколько получается? Чуть больше 3500 рублей, чуть меньше даже. Да, за комплект меньше 3500 рублей. Да, да, меньше 3500 рублей. Добавьте туда еще пару комплектов цепочками Сингапур в двух разных длинах, и у вас бесплатная доставка. А украшений это сколько будет? А на нашей модели еще подвеска за 99 рублей, подкова на удачу. Это такой бонус, это такая прелесть, их 20 штучек осталось. Я думаю, что их сейчас, вот сейчас опять мы напомнили, да, сейчас пойдут звонки заказы, потому что 99 рублей, я просто сейчас не шучу, да, у нас самый доступный лот эфира, мне кажется, я ни разу таких цен, в принципе, не видела. Полтора минутки у нас до конца презентации, серьги блаженства, серебро 925 пробы, золочение, черные камушки, похожие на черные бриллианты, это синтезированная шпинель, натуральные аметисты, вот эти фиолетовые и лиловые оттенки, и белые, два белых, по два белых у нас здесь с вами фианитика. Сколько у нас остается? 7. Слушайте, ну у меня тут обратный отчет уже, да? Я так могу на самом деле 7, 6, 5 уже говорить. Сережки заказывают очень быстро. Мы освобождаем склад, у нас лучшие цены. Как говорится, сейчас очень много звонков. Даже несмотря на то, что ночное время. Ни в одном магазине таких вы цен не увидите. А даже если увидите, будет либо качество другое, либо это уже будет не серебро, а что-то иное, может быть, синтезированный будет аметист. Здесь сочетание и натуральных камней, и синтезированных, и серебра с золочением. Я очень люблю такие миксы, получается отличное сочетание цены и качества, не слишком дорого, очень красиво, с натуральной энергетикой и выглядит как золото. 1999 рублей, не надоедающие серьги, вы откроете грани прекрасного вместе с этими серьгами. Новое дополнение для вас. Вашего образа на каждый день. Пускай дни будут яркими. Аметисты не позволяют забывать о себе. Это камень уверенных женщин, знающих себе цену. Ну вот, я же говорю, обратный отсчет. Обратный отсчет 5 сережек остается. Ликвидация склада, лучшие цены. Серьги блаженства. Все звонки бесплатные. Оплата ювелирных украшений по получении. А как получить бесплатную доставку, расскажу чуть позже. Заказывайте ювелирные украшения на 4990, и у вас будет бесплатная доставка. А уж что наполнить в эту сумму, да, какие ювелирные украшения в эту сумму уложить? Их может быть много. Это могут быть подвесочки за 99 рублей. Сосчитайте, да, сколько их нужно уложить в корзинку на 4990. Или это может быть кольцо нежное объятие за 999 рублей. Номер лота для заказа 121-374. И вот оно нежное объятие на экране. И здесь серебро нежно обнимает жемчужину. Это крупный искусственный жемчуг. Посмотрите, как обнимает. А вот так вот я переверну колечко, а там жемчужинка открывается. Это кольцо игра, это кольцо фантазия, это кольцо нежное объятие. Серебряная коллекция. Видите, что здесь очень хорошо закрыта сама жемчужина крупная. Это имитация жемчуга, искусственный, точнее, жемчуг.
А что нам дает искусственный жемчуг? Он дает нам крупный размер, он дает нам доступные цены и легкость ухода за таким украшением. Потому что, будь это природный жемчуг, поверьте мне, вы бы его боялись носить, вы боялись бы его задеть, вы боялись бы его потерять. Это очень крупная вставка. В данном случае не нужно бояться носить, как говорится, в хвост и в гриву, потому что я могу сказать, что этот жемчуг не боится ни кремов, ни лаков, ни мыла, да, никаких химических компонентов. Носите смело. И самое главное, делайте свой образ более свежим. Классическим, потому что, конечно же, жемчуг – это классика, это сразу элемент необходимый. Я недавно смотрела фотографии икон стиля, разных знаменитостей. Они без жемчуга, в принципе, из дома не выходят, по-моему. Вот если так посмотреть, не бриллианты их повседневные, камень, а именно жемчуг или жемчужные украшения. Кстати, если мы с вами поговорим о цене, еще раз напомню, цена 999 рублей за любой из размеров, от 16 до 22 размерный ряд, несмотря на ликвидацию, очень широкий. 39 колец, нежное объятие, номер лота для заказа 21374. Говоря об искусственном жемчуге, я также вспоминаю леди Диану, потому что леди Диана носила не только сапфиры, она вообще любила миксовать и даже бижутерию, и искусственный жемчуг, и имитации разные с натуральными даже драгоценностями там вековой давности, потому что это был ее стиль. Ее за это уважали, ее за это любили, потому что она писала правила. То есть не ей писали правила, а она писала правила, и ее правила слушался весь мир. Я имею в виду, как носить украшения, как носить платье. Ей подражали. Поэтому будьте смелее, носите то, что вам нравится. И чтобы что самое главное, цена позволяет 999 рублей за вот это кольцо. Посмотрите. Очень хорошо сидит. Конечно, нужно выбрать свой размер. Размер от 16 до 22. Мне колечко немножко великовато, но даже такое кольцо снимать не хочется. Прям любуемся, любуемся. На нашу модель давайте посмотрим. А я пока тут посмотрю, повздыхаю. 999 рублей, посмотрите. У нас есть также цепочка, две по цене одной. Тоже там 999 рублей, да, две цепочки. И еще у нас есть подвесочка за 99 рублей. Заинтриговала, это подвеска в виде подковы. Спрашивайте наших операторов, осталось менее 10 предложений. А подковку, в принципе, можно выбирать, по-моему, даже не глядя. Сразу открою секрет. Берут тоже комплектами эту коллекцию. Серьги тоже 999 рублей. Итого менее 2000 рублей за комплект. Это цена распродажи. И у нас не какой-то специальный день, да, три девятки, которые бывают раз в несколько месяцев. У нас распродажа, у нас ночная распродажа, но цены, как в самые такие распродажные дни, просто невероятные, редкое предложение. Кольцо нежное объятие 121-374. Освежите свой образ жемчугом. Почему я так много говорю про свежесть в связи с жемчугом? Потому что здесь светлый цвет. Первое свойство жемчуга, будь он натуральный или искусственный, это более свежий вид. Может быть, вы не выспались, может быть, вы немножко устали, да, подустали. Что делать? Наносить тонны косметики, замазывать синячки под глазами? Не обязательно. Освежите свой образ жемчугом, особенно если жемчуг крупный. Серьги нежное объятие – тот самый пример крупной жемчужной вставки в серебре с золочением. По цене сенсационной 3 девятки. Очень сладкая и соблазнительная цена, по-моему, на такие сережки. Здесь общий вес 10 граммов. У серебра здесь как минимум граммов 5, не меньше. Смотрите, с одной стороны у нас с вами жемчужинка прячется, с другой стороны она открыта. Размер самой жемчужной вставки около 12 миллиметров. Если бы это был природный жемчуг, эти сережки стоили бы ох-ох-ох как дороже. То есть это такой был бы жемчуг Южных морей, мне кажется, за счет такого качества. Пробок лимозавода-изготовителя на обороте. Можем здесь все увидеть. Вот так вот показываю, демонстрирую. Видите, такие две печати? Это как раз пробы к нему завода-изготовителя. И вы как раз можете увидеть сложный рисунок. Сейчас доверну вот таким образом. Наверное, видите, как чаша такая прям. Чаша, которая обнимает нежно. Нежно обнимает жемчужину. Поэтому у нас такое название. Нежное объятие. И очень красивый дизайн, необыкновенный. Потому что классики-то много наделано с жемчугом. Ну, просто, да, там жемчужные пусеты, пусеты или там английский замок с камушками. Ну, много вот этого.
Мы не любим обычные украшения. Мы предоставляем вам эксклюзивные коллекции, но особенное наше приятное дополнение – это наши цены. 3 девятки за серьги и 3 девятки за кольцо. Цена ночной распродажи только сегодня для вас. Звонки бесплатные, оплата ювелирных украшений по получении. Ожидание на линии тоже бесплатное. 18 пар у нас остается, более 50 было. Колец тоже уже меньше, размеры до 22-го, там меньше всего 22-го и 19-го размера. Большие размерчики, как правило, выбиваются раньше. Серьги нежное объятие я вам рекомендую сочетать с кольцом и вместе также с цепочкой нежное объятие, которую вы видите на нашей модели. Какой цвет? Какое качество поверхности? Видите? Никаких дефектов. А что самое главное, носите лето, носите зимой, носите осенью. Жемчуг всегда прав. Так говорила Коко Шанель, я с ней полностью согласна. Жемчуг любила не только Коко Шанель, леди Диана, например, Грейс Келли обожала. Ей вообще, когда муж ее, князь Монако, предложил подарить очередные бриллианты, она сказала: не нужны мне бриллианты, подари мне жемчужные сережки на каждый день. Вот так вот. Вот посмотрите. Более того, жемчуг можно носить, ну, если мы придерживаемся классического дресс-кода, классического, скажем так, правил ношения украшения. Считалось, что бриллианты, например, нужно носить после 5 вечера, а вот жемчуг можно носить целый день. И юные девушки могут носить жемчуг, и женщины, в принципе, любого возраста могут носить жемчуг. На жемчужную свадьбу, в качестве подарка, в качестве комплимента, да и, в принципе, на свадьбы в такие украшения хорошо смотрится. В моде у нас даже используется жемчуг, конечно. Опять же, посмотрите на коллекции Dolce & Gabbana. Они вообще используют жемчуг, золото, ну, всегда. Про Шанель тоже молчу, они всегда, всегда. Оскар де Ла Рента, Шанель, Dolce & Gabbana. Сейчас просто пытаюсь вспоминать, да, вот кто еще из таких модных домов использует. Майкл Корс, господи, ну, практически все. Вот если посмотреть, да, обязательно жемчуг в том или ином виде бывает. А какие бывают нотки, когда... Жемчужинки бывают в виде пуговичек, да, тоже, может быть, у кого-то из вас есть такая белая блузка с пуговичками в виде жемчуга. Ну, то есть хочется вот какие-то жемчужные дополнения, жемчужные нотки. Это всегда женственность. Мини 15 предложение остается, мы двигаемся дальше. 121-375, серьги нежные объятия, кольцо за 999 рублей, также доступно в комплект. Цветы, цветы, еще раз цветы. Кольце Анет. Причем не просто цветы, а цветы экзотические. Как будто бы цветок плюмерии, как будто бы цветок из Таиланда здесь расцвел и распустился. Почему у меня такие ассоциации? Потому что много видела именно таких картинок из экзотических стран. И именно сейчас, в этом сезоне, популярны в ювелирной тенденции, в принципе, как раз вот такие экзотические цветы, то есть не просто там тюльпаны, ирисы или розы, да, а именно вот что-то экзотическое. Сразу хочу сказать, что коллекция состоит из 4 элементов. Кольцо доступно для заказа по цене 999 рублей, браслет 1499 рублей, серьги 1999 рублей и колье 3499 рублей. Напоминаю про бесплатную доставку. Ну, конечно, я, естественно, напомню. Формируйте свою корзинку, получайте бесплатную доставку. Здесь как раз тот редкий случай, когда 4 элемента в единой коллекции. Между прочим, эта коллекция сделана специально для нашей для нашего телеканала компании Эстет. Это эксклюзив. У нас такие украшения обычно появляются в часе бренда. Сейчас исключение, что они попали в ночную распродажу. Мы освобождаем склад сейчас для вас, специальный, даже брендовые ювелирные украшения у нас попадают в эту категорию, что, в принципе, редкость, что абсолютно удивительно. Как говорится, вам повезло, но бывает и такое, действительно, очень редко, но метко. 999 рублей цена за кольцо, здесь у нас с вами как раз такое дополнение, сочетание 2 цветов металла, белый цвет и вот такой вот красный цвет золочения, то есть у нас с вами 2 цветка белых, 1 цветок именно такой золотой плюмерии. Золотая плюмерия и вообще плюмерия – это символ, национальный цветок Индонезии, острова Бали, Лаоса. То есть как раз он связан именно с Юго-Восточной Азией. Женщины там себя всегда украшали плюмерией, но в чем минус плюмерии? Она обычно очень быстро вянет. То есть ее в волосы вставишь, и она так приблизительно, ну, наверное, на полчаса, и все.
А вот эти цветы всегда будут свежи, они никогда не увянут, потому что здесь они выполнены из серебра, золотом, золочением. Мне очень нравится это сочетание двух металлов. Как раз, да, здесь они не спорят, они здесь дополняют, как две половинки единого целого, белый металл и красный металл, да, и там у нас серебро в радировании и в золочении. Колье смотрится шикарно, напоминаю, колье 3999 рублей, я его сегодня примеряла, я снимать с себя не хотела. Мне пришлось вот с моделью поделиться сейчас, да, чтобы она одела, вам демонстрировала. Я на себе демонстрировать хотела, не разрешили. Но вообще очень красиво смотрится колье, кстати, с переходным размером цветка здесь. И посмотрите, да, у нас с вами вот самые большие цветочки, они как раз в колье, вот здесь вот в центре, и в колечке. Вот они как раз очень красиво. И, конечно, невероятное совершенно колье, у колье цветы прям вплоть до замка. Очень-очень такое прям натуральное исполнение каждого цветочка, каждого элемента. Такое ощущение, что там прям, там и фактура видна, да, посмотрите, блеск, присмотритесь. Вот он бренд, вот что означает качество. Браслет у нас тоже есть в этой коллекции, колье 3999 рублей. Кольцо, серьги, колье и браслет можете заказывать все вместе. Браслет с цветами Плюмери, уже вопросы у нас пошли, сейчас я вам все обязательно покажу и расскажу в подробностях. Длина от 16 до 20,5 сантиметров, цена распродажа 1499 рублей. Браслет Аннет, серебро 925 пробы, хотя эффект белого золота и красного золота. Это эксклюзив от ювелирного дома Эстет, который попал на ночную распродажу. 003-222-648, номер лота для заказа браслета. Я вам называю эти цифры для того, чтобы вы могли легко сделать заказ. Дозванивайтесь до наших операторов, звонки бесплатные, называйте им номер лота, и вуаля, у вас украшения заказаны. Оплачивать сейчас, в эту секунду ничего не надо. Не переживайте. Вам ночью за кошельком лезть не придется. Оплата всех ювелирных украшений в ближайшем почтовом отделении по получении. И у вас еще будет течение, у вас будет еще время, да, после того, как украшение придет в ваше ближайшее почтовое отделение, у вас еще будет 2 недели на выкуп этого ювелирного украшения. Есть время и подумать, и денежку собрать. А это, знаете, такие суммы, что, в общем-то, собирать сильно не придется. 1499 рублей цена за полноценный, за полновесный серебряный браслет с переходным размером цветка, что, опять же, говорит о качестве бренда. Обычно ювелиры себе упрощают задачу, делают цветы все одного размера, ну, потому что одна форма, ее легко размножить. А здесь-то цветы разных размеров, это означает, что было сделано несколько форм. Маленький цветочек, побольше, еще больше, больше работы, больше сложности. Но, как говорится, наши ювелиры от компании Эстет, они выбирают как раз именно вот такие художественные подходы. То есть не важно, как сложно сделать украшение, важно, чтобы оно было сделано. Я люблю такие компании, потому что в обычных компаниях, знаете, ювелир придумал, дизайнер придумал какое-то украшение, потом начинается, ой, нет, это дорого, это мы не можем сделать. А вот то, что касается компании Эстет, вначале стоит идея, и потом стоит исполнение. То есть они делают то, что они создают, то, что художники рисуют, то так они и выполняют. 1499 рублей цена за браслет, выполненный специально для вас. Вес такого браслета 5,35 в среднем, 5 граммов. Вот вы видите на обороте замочек, как раз, да, видно сейчас? Давайте так покажу. Вот замочек, видите, что здесь у нас цветы прям до замка идут. То есть, опять же, в обычной компании, ну, сэкономили бы, цепочку добавили и все. Цепочку, одинаковый размер цветов, ну, все, уже не то было, согласитесь. А тут бренд, видно качество, с оборотной стороны виден даже цветочек. 9 браслетов остается, двигаемся дальше. Ликвидация склада, ваш последний шанс. Берите полный комплект, квартет, квартет вместе с колье. Вот оно. Финальный гарнитур этого часа. Синяя роскошь, королева вечера. Становитесь королевой при помощи сапфиров. Это просто сделать не зря. Сапфиры изначально были в королевских коронах, в королевских скипетрах, обязательно в одеяниях аристократичных особ. И до сих пор они, конечно же, присутствуют в семейных ювелирных украшениях. Кстати, вот такое украшение тоже смело можно передавать по наследству. Здесь натуральные сапфиры. Натуральные сапфиры в серебре 925 пробы с радированием, который не потемнеет, и вокруг
графианиты. Отличие такого кольца от привычных нам дизайнов, то, что с одной стороны у нас с вами круглый камень в центре, но более вот такой вот интересная форма вокруг, да, то есть получается скругленный квадрат такой, видите? То есть фианиты идут побольше и поменьше. Очень интересная форма. Сейчас, кстати, вот такая форма, ее еще иногда называют ашер, она очень популярна. То есть вот скругленный квадратик такой, да, видите? Популярная геометрия. 2999 рублей. Кольцо «Королева вечера». Еще раз напоминаю, это серебро. Да, это не белое золото, хотя очень похоже. Серебро с родием. Видите, какой дизайн внизу? Опять же, казалось бы, сделайте просто, ну, обычный дизайн, да, там, как говорится, без изысков, без украшений. Ну, нет, нам же приятно, когда кольцо красивое и с лица, и в профиль, в различных, да, вариантах. Ну, естественно, такое кольцо не может не смотреться прекрасно и изысканно на пальце. Просто хочется любоваться. Я теряю дар речи, когда вижу сапфиры, честно. Так, я бы сейчас пытаюсь сосчитать, какое количество сапфиров у меня в коллекции. Честно вам скажу, наверное, порядка, сейчас не соврать, порядка 30 комплектов. Я могу сапфиры покупать дальше. Все, это мой любимый камень, это мое, моя энергетика. Если вы так же, как и я, любите сапфиры, знаете, что этот камень несет вам силу, заказывайте его обязательно. Здесь сапфир у нас с вами крупный. Кстати, давайте посмотрим. Сапфир у нас здесь с вами 1,6 карата. У меня есть паспорт. Готовила. 1,6 карата – это солидный вес очень на сапфиры. В принципе, камни, натуральные камни первой группы от полукарата, от 0,5 карата – это уже солидное заявление. Здесь 1,6 карата. Натуральный сапфир. Внимание, цена менее 3000 рублей. Мы все знаем про то, что эталонный размер, например, бриллианта или сапфир, это 1 карат, а здесь 1,6. И это не 1000 долларов, это всего лишь 2999 рублей, цена сейчас действующая на кольцо «Королева вечера». Номер лота для заказа вы видите на экране, 002-261-991. Скидка 1200, пользуйтесь ей. Скидка доступна сейчас в течение получаса по окончании эфира. И номер лота вы видите, так же, как и бесплатный номер телефона. Сапфиров много не бывает. Это камень благородства, это синий успокаивающий оттенок, и это королева вечера. Мы все когда-то мечтали или мечтаем получить вот это звание, высокое звание королевы вечера. Возможно, кому-то из ваших близких предстоит выпускной, свадьба, не знаю, какое-то другое мероприятие, где, кто знает, возможно, люди будут выбирать королеву вечера. И вот такая королева вечера вам поможет стать звездой любого мероприятия. Это сапфиры, камни первой группы, первого порядка. Что такое камни первого порядка? Из всей пирамиды камней, которые существуют, несколько тысяч минералов, используя в ювелирном деле, на вершине этой пирамиды стоят 4 камня. Известный всем бриллиант, рубин, изумруд и сапфир. То есть самые лучшие камни – это именно вот эта великолепная четверка. И один из этих камней вам доступен для заказа сейчас в рамках нашего прямого эфира. И даже не один, а пара. Идеальный дуэт в серьгах «Королева вечера» по цене 4999 рублей. И здесь общий каратный вес. 3,2 карата сапфиров. Вот это солидно. Ни один карат, ни полкарата, да, ни какие-то там сотые доли, десятые доли. Здесь 3,2 карата. Два сапфира размером 7 миллиметров. Хорошие характеристики. Две вторых фианиты. И серебро у нас здесь с вами в белом покрытии. Это родий металл платиновой группы. Чтобы только отрадировать ваши серебряные сережки, вам придется потратить не менее 1000 рублей. Самые вот такие камни, один камешек может стоить и 10, и 20 тысяч рублей по-разному. Но здесь у нас уникальная цена на два сапфира 4999 рублей и английский замок с пробой и клеймом завода-изготовителя я вам, безусловно, демонстрирую. Королева вечера. Кстати, бесплатная доставка у нас будет на это украшение. Естественно, автоматом сразу. Мы доставляем за наш счет. И кольцо доступно для заказа. Выбирайте дуэтом эти предложения в
паре, в гармонии. И пускай вы всегда будете королевой вечера. Сапфиры вам в этом помогут. У нас всего 5 пар серег с бесплатной доставкой. И наш эфир подходит к концу. У вас есть еще полчаса для того, чтобы заказать украшения по этой цене. Мы освобождаем склад для вас. Ночное время самое лучшее. Все звонки бесплатные, оплата при получении. Сапфировая коллекция еще доступна, так же, как и коллекция с цветами Анет. С вами была Ольга Чопрова, ваш личный ювелирный эксперт.